Компания «Спецвидеопроект» представляет новую линейку оборудования для передачи различных сигналов по оптическому волокну. Суммарное количество передаваемых сигналов до 64 в одном оптическом волокне. Протяженность линии может составлять до 60 километров. Также компания «Спецвидеопроект» представляет свой новый прибор речевого оповещения «Речер Грант». 70 зон оповещения, удаленные пульты операторов, музыкальная трансляция, согласование с сигналами ГОЧС, полное соответствие федеральному закону. Рада видеть вас на нашем сайте.